Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21:00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Яшкар-Олинские игроки на первом месте. Женская футбольная команда «Мариэлочка» в нынешнем сезоне не знает поражений. И после 4 матчей занимают уверенное первое место среди команд зоны «Центр Поволжья» первой лиги чемпионата страны. В чем секреты успеха? Ответы в нашем сюжете. Стартовал новый сезон в женском футбольном чемпионате в мае месяце. Первые игры наша «Мариэлочка», выступающая во второй по значимости лиги страны, первой провела 18 мая. Первым соперником в зоне центра «Волга» в текущем розыгрыше были футболистки ульяновской «Волги». И тогда на дружбе наши уверенно выиграли 4-0. Следующая игра также дома с ижевским «Зенитом». И наши снова выигрывают 2-0. Первый выезд в Самару и небольшая осечка. Ничья 1-1. Тут даже задумались бывалые скептики. В чем же причины такого успеха? Неужели наши стали так сильны или, напротив, соперники ослабли? Нет, потому что была поставлена игра в прошлом году. Правильная игра. Поэтому мы шлифуем разные ситуации, вариативность атак. Поэтому нам приходится работать только над техникой и в завершающей стадии атаки. А развитие атаки, организация атаки – это все уже поставлено в команде. Все знают свои места, кто как двигаться. И очередной матч. Дома на дружбе встречаемся с саратовскими футболистками. Полное название команды – «Виват Волжанка». Но не в этот игровой вечер. Гораздо уместнее было бы проскандировать «Виват Мариэлочка». На 3 гола яшкар-олинских футболисток соперницы смогли ответить лишь одним. В итоге 3-1 в пользу «Мариэлочки». И уверенное первое место по-прежнему остается у подопечных Евгения Петрова. Мы подтвердили класс, что мы являемся сильнейшей командой Приволжья. Мы сегодня играли с командой, которая является претенденткой на за выход в финал России. Здесь собраны игроки и с разных регионов. Мы практически играем своим составом. Были качели, во втором тайме немножко сдали, но все-таки наша физическая форма оказалась лучше. И мы додавили эту команду, выиграли со счетом 3-1. Впереди у футболисток почти месячный перерыв в первенстве. Но это не значит, что девчонки будут отдыхать. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ведь задачу на сезон никто не отменял. Задача стоит попасть в финал. Как только эту задачу упускаешь, так ты никогда не попадешь в финал. Никакая победа в кармане не лежит. Просто я готовлю психологически победителей. Победителей, чтобы каждый человек, каждый игрок был в душе победителем. Возобновятся игры первенства в конце июля. Притом ближайшие 3 матча для наших девчонок выездные. Дома сыграем только 28 сентября. И к тому времени уже будет понятно, сохранят ли футболистки из Яшкар-Олы первое место и попадут ли в финал первенства страны, выполнив задачу минимум. Ведь задача максимум – путевка в высшую лигу чемпионата России. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21:00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52.
Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.